вот, наверное, первый раз за много лет наконец-то свободное время есть и возможность свернуть с трассы всего-то на 8 километров направо и посмотреть знаменитый карельский водопад Кивач. Ну да, такой каскад. Всего две террасы на самом деле. Три. Ну там раз, даже четыре, да, раз, два. Ну такой слив, вот он основной слив. Ну, жалко, здесь рыбу нельзя ловить, да? Вот я думаю, что никакие творения рук человеческих все-таки не сравнятся с красотой, которую дарит нам матушка природа. Часами можно на это смотреть. И вот тут такой слив. Там куча рыбы. Ловить нельзя.